Тема борьбы с фашизмом и терроризмом в последнее время стала очень актуальна. Она не может никого оставить равнодушным. Не прошло и 23 лет, как на Украине поднял голову фашизм. За 23 года украинское правительство сумело полностью переформировать молодое поколение. Поэтому у нас на родине очень важно не упустить этот момент, чтобы наши молодые люди обязательно помнили, что такое фашизм, что такое антисемитизм и что такое русофобия. К этому мы должны стремиться. Ежегодно в этот день во многих странах проходят акции в память о жертвах нацизма, террора на национальной, расистской и антисемитской почве. В этом году впервые при поддержке Десногорской центральной библиотеки и Совета ветеранов наше молодое поколение также почтило память погибших в этой страшной войне с фашизмом и обратилось к десногорцам. Ночь с 9 на 10 ноября 1938 года произошел массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальные ночи» или «Ночи разбитых витрин». Эти события в 1938 году положили начало Холокосту, массовому насилию в отношении еврейского народа, которое привело к гибели около 6 миллионов евреев. Необходимо помнить о том, каким может стать будущее, если мы вовремя не скажем «никогда больше» в ответ тем, кто предлагает ограничить права людей только потому, что они не такие, как мы. И мы говорим «никогда больше». Молодежь должна знать историю, чтобы не повторить ошибки человечества. Мы должны принять все меры и не допустить распространения этой страшной чумы по территории нашей Родины. Пусть этот день станет для всех напоминанием о том, к чему может привести расовая ненависть.